Приветствую друзей и гостей моего канала. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Будете получать уведомления и смотреть мои интересные видео первыми. Сегодня у меня будет сравнительный обзор, общий тест компьютерных мышей от компании Xiaomi. Как я обещал, я расскажу после целого месяца использования про свои ощущения, про эксплуатацию вот этой тонкой компьютерной мыши, которая называется Mi Mouse 1. Также у меня на канале есть распаковка новой компьютерной мыши, называется Mi Mouse 2. Она без Bluetooth, имеет немножко другой корпус. Эта же мышь имеет двух диапазонов подключения по Bluetooth и по 2,4 ГГц. Друзья, я целый месяц пользовался вот этой белой мышкой. Она действительно очень тонкая. Как мы видим, у нее компактный размер. Подключается она по двум типам диапазона, по Bluetooth и по 2,4 Wi-Fi. Имеет она специальный маленький USB модуль, который вставляется в USB порт компьютера, и две аккумуляторных либо пальчиковых батарейки формата 3А. В общем, я выскажу свое личное мнение, оно может быть с вашим не совпадать. По крайней мере, я что хочу сказать. Мне эта мышь оказалась крайне неудобной. Вот смотрите, в моей руке данная мышь лежит неприятно, потому что она очень тонкая, и когда я кладу руку на мышь, я начинаю напрягать вот этот палец. В этом месте за целый месяц использования у меня начались боли и начал хрустеть сустав. То есть я, получается, кладу руку на мышь и должен напрягать большой палец, тем самым у меня постоянно здесь напряжение. Плюс она все-таки очень тонкая, и рука на мышке как таковой не лежит. Давайте я покажу просто в сравнении с простой компьютерной мышью там за 200 рублей, и вы поймете разницу, насколько это компактная и насколько простая мышь, которая должна просто-напросто выполнять простые действия по управлению компьютером, выглядит куда удобней, куда эргономичней, который удобно реально использовать. Она вот ложится в руку, ей абсолютно комфортно и нормально работать. Также хочу показать сравнение с простой мышкой от компании Logitech. Это также беспроводная мышь, у меня она лет 5, она имеет лазерный указатель, кнопка включения-выключения, такой же 2,4 ГГц модуль и разъем под аккумулятор. Друзья, в общем, еще раз показываю сравнение, насколько китайские мыши мелкие и компактные. Это простая мышь, которая до сих пор очень удобна. Вот она лежит прямо идеально в руке. Мы кладем руку, у нас опирается большой палец на боковую часть, мышь лежит идеально. Здесь я не знаю, куда что упирать, как ее класть. Выражая только свое мнение, мне пользоваться такими мышками неудобно. Подойдет она, скорее всего, для поездок. Она очень тонкая, влезет в любой карман, куда угодно ее можно запихать. Такую мышь, соглашусь, при таком размере транспортировать в поездке, в путешествии будет крайне неудобно. Значит, простые мышки. И теперь давайте сравним новую мышь, совершенно новую. У китайцев только ее выпустили, там буквально в районе месяца назад. Я ее заказал на обзор. Друзья, по мне это одно и то же, даже, возможно, еще хуже, так как она еще меньше вот этой белой. Это женский вариант для людей, у которых маленькие руки, возможно, даже детский вариант для детей. Пользоваться взрослому мужчине, у которого большая рука, эти мыши явно не предназначены. Показываю, давайте сравнение. Простая мышь за 200 рублей, проводная, и маленькая китайская. То есть разница ощутимо видна и по толщине, и по размеру. То есть вы представляете, насколько китайские мыши компактные и маленькие. Стоит она в районе $15. Китайцы неспроста делают относительно, я бы сказал, не дешевые мышки. В принципе, вот эта мышь стоит там $3. Ее можешь купить в любом магазине. Эта мышь стоит 15. Имеет в 2 раза меньший размер.
То, что она беспроводная, это не дает ей преимущества по такой стоимости. Отсутствие у этой мыши Bluetooth соединения. Здесь только 2-4 ГГц диапазон. Одна батарейка формата 3А и USB передатчик 2,4 ГГц. Показываю еще раз сравнение двух мышей. Mi Mouse 1 имеет Bluetooth Wi-Fi, Mi Mouse 2 имеет один приемник 2,4. Смотрите, какая она маленькая. Я думал, что вот после этой мышки я возьму эту. На картинке она казалась куда больше и толще. Ничего подобного, друзья. В общем, несколько дней я прекратил пользоваться вот этой белой. У меня перестал более-менее, уже начал проходить палец. Эти мыши не предназначены под наши европейские большие руки. Для китайцев, может быть, у них это норма, когда они берут. Я даже не знаю, как ее взять. Вот я беру мышь в руку. Вот куда мне ее нужно взять, чтобы ей удобно управлять? Когда они берут, у них, скорее всего, просто это дело, либо дело привычки, либо это напросто простой маркетинговый китайский ход. Давайте покажу, что вы видели. Даже, наверное, вот так вот, друзья. Обычные мыши и маленькие китайские. То есть простая беспроводная, китайская беспроводная. В пол раза меньше. Мое мнение такое, оно может быть с вашим не совпадать, но по крайней мере я тестовый обзор и сравнение этих мышей вам показал. Вы для себя сделаете какие-то выводы. Плюсы, давайте, друзья, поговорим о плюсах. Ну, естественно, это качество. У новой мышки боковая кнопка, которая выполняет функцию назад. Стандартный левый-правый колесико крутится вперед-назад и имеет нажатие. У данной мышки колесико еще по бокам даже вращается, но это отдельная история. Качество, кто фанатеет по бренду Xiaomi, я думаю, будет интересна данная мышь. Плюс, естественно, опять же, она компактная, ее можно брать с собой в поездки. Это не вот эти здоровенные, да, там они выпирают в два раза, чем это. То есть это компактная мышь. Для поездок она удобнее. Но я бы на самом деле взял бы, если бы у меня был бы выбор между первой и второй, я взял бы первую мышь. Она потому что субкомпактная, она имеет два типа подключения. Я на канале показывал, как можно к смартфону подключить, к телевизору, компьютеру, куда угодно, по двум одновременным типам подключения, и она будет работать. Чисто по внешней мне вот это больше нравится. По удобству не нравится никакая. Друзья, на две мышки я оставлю ссылки в описании. Можете посмотреть, ознакомиться с их характеристиками. Кому они понравились, возможно, захотите приобрести. Кому было полезно мое видео и мой сравнительный обзор, поставьте пальцы вверх, подпишитесь на канал, поделитесь роликом с друзьями в соцсетях, пусть они посмотрят сравнение компьютерных китайских мышей и сделают для себя тоже выводы. Не забывайте задавать мне вопросы в комментариях, подписывайтесь в группу ВКонтакте и до новых встреч в следующих видео. Пока-пока!